Привет, я Хэппи. И сегодня я зашел в игры с голосовым чатом, чтобы узнать секреты игроков, которые они бы не сказали даже своим родителям. Видео будет очень смешным. Что твои родители никогда не узнают о тебе? Не знаю, то что я гей. Приятного аппетита, приятного просмотра, но мы начинаем. Что бы ты никогда не сказал своим родителям? Что я курю? Ты куришь? Что? В смысле? Нет! Стоять! Куда ты убегаешь? Стой, стой, ну почему ты куришь? Скажи. По приколу. Что бы ты никогда не сказал своим родителям? Что я гей. Тогда докажи это. Что бы ты никогда не сказал своим родителям? Что я встречался с 5-летней девушкой случайно. Что в смысле 5 лет? Короче, сестра этой девочки, короче, она типа мне писала: «Привет, можешь, короче, пожалуйста, поговорить с сестрой?» А ей нормально лет. Я думаю, ну ладно, я думаю, то есть ей как и 13. Оказывается, ей мама было 5. Мама. Что бы ты никогда не сказал своим родителям? Что я покупаю себе платье. Ха. Где мои изумруды? Что бы ты никогда не сказал своим родителям? В принципе, ничего. Что ты никогда не скажешь своим родителям? Я встречаюсь с розовым хагиваги. Розовый хагиваги — это мощно. Только розового хагиваги звать Киси-Миси, поэтому запомни. О, какой у тебя писюнчик. Что ты, что он делает? Не приставай ко мне с такими вещами, не надо. Все, отойди, отстань. Ну, пожалуйста. Отстань, да никакого пожалуйста, все, уйди, да, все, пока, все. Это мистер Бист. А вы все на русском говорите? Да. У меня к тебе есть вопрос, а вот что бы ты никогда не сказала своим родителям? Я люблю животных даже очень. Даже очень? В каком плане? Я, короче, еще одну историю вспомнил, короче. У меня друг, ну, ты понял, что смотрит. Что смотрит? В смысле, я не понял. На П. Что на П? Паровоз? Не, ну это, считай, популярное стало. Ну, паровозы, да, популярные. Зеленый человечек сказал правду. Какой зеленый человечек? Зеленый человечек, что же ты сказал? Так называемые плохие фильмы. А тебе ты ответь на мой вопрос. Какой? Что бы ты никогда не сказал? О, смотрите, сзади птичка полетела. Не сработало. Но чтобы стать таким же богатым, как я, нужны робоксы. И сейчас я вам расскажу, где я их покупал. Я нашел лучший сервис пополнения игр, Купикод Gold. Здесь вы можете пополнить баланс любимых игр по самой низкой цене. Пополнить баланс дешево, быстро и безопасно. Например, я куплю робоксы. Трезуемся на сайте через Telegram или ВК, чтобы копить бонусы. Выбираю товар и ввожу e-mail. Кстати, имейте в виду, что если вы покупаете робоксы, то обязательно привяжите свою электронную почту к своему Roblox аккаунту. Для этого зайдите на сайт робоксов в настройки аккаунта и привяжите почту. И проверьте, что вы ее написали правильно на сайте Купикод Gold. А после оплаты на почту вам придет подарочный код, который нужно ввести в Роблоксе. Купикод Gold — это не просто пополнение игр, а целая игровая экосистема, где делают упор на честность и развитие комьюнити, а также устраивают крутые ивенты, поэтому при покупке вводи промокод HAPPY, он тебе даст целых 5% скидки. Пополняй только на Купикод Gold, ссылка на промокод я оставлю в закрепленном комментарии и в описании. Алло, я тебя знаю, ты ютубер. Я не ютубер. У тебя голос такой. А у меня вообще не прорезался голос. Я решил позвать этого человека, но за мной все люди бежат. Они, видимо, знают то, что я буду дарить робоксы. Ребят. Короче, мужик, иди сюда ко мне. Вот ты, желтенький мужик. Короче, убегай куда-то, вот куда-либо. Мужик, убегай, я тебя найду, давай. Давай меня. Короче, мужик, сколько тебе лет, мужик? Мне 41. 41? Короче, смотри, мужик, вот, что бы ты никогда не сказал своим родителям? А я уже ничего им не скажу, у меня оба умерли. Минута молчания. Ладно, покажи свою стойку. Пик. Вот она. Это твоя стойка. У тебя минимальный донат 10 робоксов в 3000. Не круто. Надо мне минимальный, максималку давай, я тебя гаси. Максималку. 50 тысяч робоксов, максималку. Хорошо. Прям сейчас я хочу задонить этому мужчине, которому 43 года, по его словам, закинуть 10 робоксов. В принципе, по голосу ему реально как будто 43, но прям сейчас мы посмотрим на его реакцию на донат 10 робоксов. 10, я просто не хочу ему донить 1000 робоксов, потому что у меня всего 7500 робоксов. Это мало. Алло, мужчина, что ты меня осуждаешь? Я тебе задонил робоксы, ты меня осуждаешь? Конечно, я тебе по максималочке просил. 50 тысяч робоксов по максималочке? Продал бы свое яйцо, да, купил бы. Какой яйцо? Так хватит приставать к моему яйцу. Трое, бро. Один подай, у тебя. Давай донать, блин, ё-моё. Еще донатить? Конечно, по максималочке. Да я задоню тебе, ты меня опять будешь осуждать. Если по красоте сделаешь, не буду. Вот смотри, если ты мне ответишь на вопрос, вот что бы ты никогда не сказал, не знаю, своей дочери, своему сыну, если у тебя есть. Честно, вот тебе ответ, что бы я не сказал. Сказал своей дочери, у меня дочь есть, и два пацана. Пацанам можно, но дочери бы не сказал, именно какая была у меня молодость. А какая у тебя была молодость? Хорошо, раз честно разговариваем, хорошо. Я состоял в ОПГ. Реально ОПГ? Что? И какого-то бандита встретил на этом сервере? А вообще, расскажите немного про вашу жизнь в банде. Да, это уже второй вопрос, за это вообще еще раз задам. Это уже столько робоксов. Че? Ребят, что, я вам кошелек, что ли, ходячий? Подписчики его, слышите, он не отвечает за свои слова. Реально, отписывай.
Что бы ты никогда не сказал своим родителям? Нашел шалобола, а ну отвечай. Вообще-то первым ко мне подходил, его отжали. Отжали, успокойся в той очереди. Да все, не приставай ко мне, отстань. Деньги дай. Хорошо, да, дам, отстань. Короче, ребят, этот мужик, которому 40 лет, от меня не отстает. Поэтому какая будет его реакция, если я прям сейчас сделаю себя невидимым? Прям сейчас давайте смотрим на это. Он взял спокойно и ушел. Не, а ты мне ответь серьезно. Здорово, шалобол! Да что ты хочешь? Я тебе уже задумал, Робокс, что тебе еще надо? Еще надо, ты 1000 должен мне. Какую 1000? 1000 баксов. Да ладно, шучу я, ладно, спасибо, братан. Он постоянно оказывается ровшим надо мной. Что бы ты никогда не сказал своим родителям? То, что я проиграл деньги в казино. А зачем ты в казино играешь? Я больше не играю, вот как проиграл, больше не играю. Что бы ты никогда не сказал своим родителям? А то в тебе с подъезде с девочкой. Серьезно? Да. Сколько лет было? 14 лет. Это с ней? Нет, это мужик. С мужиком? Да, нет, с девочкой. А, что ты делаешь? Хватит, стоп. Да, я попал. Алло, ребята, у вас здесь все хорошо? О, да, здорово, Хэппи. Как у тебя дела? Как с видосами? Нормально, а кто вы такие? Буду вы меня знать. Ребят, все, хватит, не надо. Все, сними меня с наручников, пожалуйста. Не делай этого, нет. Ну плохие ребята, за. Что ты никогда бы не сказал своим родителям? Я бы не сказал своим родителям, потому что я их ненавижу. Не-не-не, что, секрет какой-то есть? Типа в этом весь прикол. Ты ненавидишь своих родителей? Не. Кажется, мамка пришла, выключила интернет. Hello. I'm Russia. Ты Россия? Да. Что ты никогда не скажешь своим родителям? Потому что я Максимилиан. Кто ты? Максимилиан. А сколько тебе лет? 9. Я свои 9 лет ел песок на песочнице, а мальчик уже матерится. Он молчит. Мне кажется, вы его расстроили. Эй, не расстраивайся, хочешь я дам тебе 100 робоксов? Да. О, да, давай тогда говори свой ник, я тебя сейчас выдам 100 робоксов, вот прям сейчас. Не выдам. Привет. Пожалуйста, не надо, пожалуйста. И ты мне ответишь на один вопрос. Ага. Uh-huh. Что ты никогда не скажешь своим родителям? Значит, слушай меня сюда. Nike Pro, Boss, KFC, Pick Me, Palitre, Paris, Lepi, что в мешочке, Subset, кончил нормальный гитар. Она какая-то больная. Что бы ты никогда не сказал своим родителям? Например, то, что я тебя знаю. Меня? Кто? Ну, ты Юпитер, я давно тебя видела. А, что вы мне знаете? Ай, фанаты. На, получай. А, ладно, что это? Извини, пожалуйста. За что ты мне ударила? Просто так. Как ты так умеешь крикать? Не знаю, папа научил в 3 года. Хуже на какой-то трак. Квадробери, что ли? Что вы делаете? Что вы делаете? Все, отстаньте, хватит. Нет, ребят, ко мне пристают квадробери. О нет, квадробери уже в роб. Все, отстаньте, мне надо видео снимать. Что бы ты никогда не сказал своим родителям? По вечерам, может, ну пару серий хи***а посмотреть. Пару серий чего? Ты не знаешь, что такое хи***а? Что это? Аниме типа? Ну да, только для взрослых. У меня к тебе есть очень серьезный вопрос. Вот что бы ты никогда не сказал своим родителям? Ребят, она решила что-то в чат написать, и все у нее превратилось в черточки. Я уже боюсь представить, что она там мне хочет написать, если у нее все заблюдо. Я не могу сказать. Не, ну намекни. Воды, это типа курение, ты куришь? Я звоню твоей маме. Походу у нее мама пришла и ее наказала. A few moments later. Все, здравствуйте, вы в ТикТок попадете, ваша мама все узнает. Ой, дай ее сюда, я подпишусь. Нет, твоя мама уже все узнает. Я ей позвонил, она тебя накажет. Какой интересный кадр попался. Hello, bro. I think you so strange. Can you say me one question? What's something you never told your parents? Okay, because I'm black, you know, I can't say that, you know. You black? Yes. Я встретил афроамериканца. Что, what? I'm not black, I don't want to be a monkey, you know. Он сказал то, что он хочет быть обезьянкой, и получай за это. Что с его лицом? Let's go, my sweetie. No. Yes, let's go to bed. No, please. Yes, let's go. Он не приключил. Привет. Как тебя звать? Лера. Лера? Сосал? Да. Ответь, пожалуйста, на вопрос. Что ты никогда не скажешь своим родителям? Маты и то, что я мальчиков избиваю, и все. Избиваешь мальчиков за что? Не мальчика, а мальчика. Мальчиху? Мальчика. Кто плохой мальчик для тебя, чтобы ты его избила? Пацан был, который маму обозвал. Ты его избила? Да. Сигма. Привет. Привет. Мы с тобой вдвоем, кстати, ты это понимаешь? Понимаю. Может, это судьба? За что мне скипать? Ну и что такое плохого сделал? У меня есть к тебе вопрос. Что бы ты никогда не сказал своим родителям? Ну, заброшки там, что-то такое делал. Всякие эти камушки бросал. Что-то такое делал? То есть, это ты камушки бросал или всякое такое делал? Ну, все мы знаем, что ты там на заброшке делал, да? Ну, я ее не разводил, это все неправда. Ты злодей, бой сина.
Так что же ты там на заброшке делал, злодей бусин? Сидел за девчонкой. Что? В смысле? Зачем? Ну, я очень люблю снимать на крутой сайт, но... Какой сайт? Что в смысле? Ну, я же Баусин. Какой сайт? Ну, я для маленьких. Я, по-твоему, маленький? Ну, возможно, возможно. Да, получай за это. На! А, что ты? Ай, у меня пшено. За что? Все, все, хватит. Без этого, пожалуйста, без этого. Не делай, не делай. О-о-о-о, шиншилла, привет. Я на татуй. Я вижу, кто ты, какой-то пельмень. С усами, с зубами. Все, 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 тише, хватит, хватит, не надо, все, все, успокойся, успокойся, не надо, за мной гонится. Все, 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 давай так, я предлагаю тебе сойтись на чем-то общем, и ты ответишь мне на вопрос. Давай. Что ты никогда не скажешь своим родителям? А ты бы что не сказал свое тогда? Я бы не сказал, что я снимаю на YouTube. Они что, не знают? Да неважно, говори, что бы ты никогда сказал. Ты ютубер, они. Я не ютубер, я лайки. Ты меня обманул? Все, все, хватит. Смотри, что есть. Что у тебя есть? Что это? Ладно, я пойду. Пока. What something you never told your parents? I have a baby inside of me. Baby inside of you? You really have a baby? What? How old are you? 16. Oh my god. Привет. Привет. У меня к тебе есть вопрос. Поскольку ты красивая женщина... Чего ты взял? Ну, просто так решил. Что твои родители никогда не узнают о тебе? Я ем какашки. Что делаешь? Что ты делаешь? Куда он меня несет? Что ты делаешь? Зачем ты мне сюда принес? Посиди у меня на коленях. Зачем? Почему бы и нет? Ты не геш, что ли? Нет. Почему? Это же популярная вещь. Какая популярная вещь? Ну все, хватит. Не надо меня нести. Отпусти меня. Нет, только не в кровать. Но не ложи меня в кровать. Все, нет. Что ты никогда не скажешь своим родителям? Мои родители никогда не узнают, что у меня под кроватью лежит уже трехлетний квас. Ссылка уже пи***ц как вздулась. Это кто такой? Живой квас. Я купил живой квас, попил его и положил под кровать. Уже 3 года прошло. У меня под кроватью как кега уже лежит. Ты выставай квас. Так оно как в этом меме взорвется, где собачка бежала, там взорвалась квас. Ну у меня просто бутылочка литровая, она уже раздулась, она круглая. Скоро взорвется. Ну вот прикинь, я сплю, у меня бам. Посмотрите на его лицо, что это? Что бы ты никогда не сказал своим родителям? Ну вот, видишь, слева от меня подружку нашел. Твоя девушка? То есть ты бы не сказал своим родителям, что это твоя девушка? Да. И как тебя звать, девчонка? Это не важно. А что ваши родители никогда не узнают о вас? То, что я реально. Реально? Короче, эта девочка сказала, что она делает очень плохие вещи. Мы такое осуждаем, но я в шоке. На что способны дети в Роблоксе? Погоди, погоди, а сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Скажи, пожалуйста. 16 лет? И ты делаешь такое? Ты серьезно? Да. Ну, нормально, у тебя там на заднем фоне. Тебя в заложниках держат? Может помочь? Нет, не держат. Вон ты веселая, ты смеешься, тебе хорошо жить. А зачем ты такое делаешь? Нет, жить не так уж хорошо мне сейчас. Просто даже если смеюсь, то мне может быть, наоборот, может быть плохо в это время тоже. То есть тебе плохо, у тебя депрессия бывает, да? У меня бывает депрессия. Ничего, не грусти, все будет хорошо. Привет, голый бомж. Сам ты бомж, блядь. Осуждаю, ты чё материшься? Не можно. А посмотри на себя, ты же очень волосатый, там в трусах дизлайк. Ну, ахуй, скин. А, ну ладно, если ты такой дерзкий, расскажи мне, пожалуйста, что бы ты никогда не сказал своей маме? Ебан. Как звать тебя? Александр. Александр? Сосал? Да. Ты вообще, ну басик, я тебя провел, обвел вокруг. Какая ты ебан, боже, нищий, гандон. ABCDEFG. Ребят, он разозлился на меня. YouTube аккаунт нашел. До свидания. Опа, опять. Те самые, вот эта самая сладкая парочка. Они меня не слышат. Мяу. Что происходит здесь? Смотрите, здесь какая-то девочка висит и какой-то в хури за ней гонится. Привет. Здорово. Что у тебя на рубашке? Кизару. Легенда. Эшкерямбус. А что ты никогда не скажешь своим родителям? Знаешь, довольно трудно придумать, если у тебя родителей нету. Реально нет родителей? Ну да. Ты здесь дома? Да. Откуда у тебя эта механическая клавиатура тогда там? Я зарабатываю, я уже работаю вообще-то. Кем ты работаешь? Строителем. Недавно школу строил, там вообще пи***ц. Такие долбы у меня в команде, одни татары нахуй. Я еще и в криптовалюте ебать работаю. У меня нахуй 3 биткоина на кошельке. Просто кошелек потерял недавно, пи***ц потерялся. Я вижу, солидный как бы парень. Да я охуенный. Так а что бы ты никогда не сказал своим детям? Знаешь, ведь воробей не ворона. Ну, деньги делать надо. А это вы! Это же вы там фури там бегали. Yeah. А что бы ты никогда не сказал своим родителям? Ну, первый поцелуй был с девочкой. Серьезно? А почему с девчонкой? Ты подружка, блин, предложила, давай научимся. Ну и все. Обычно на помидорах учится, ты на подружке получаешь. Да, все сразу получилось. Ты вообще на мужиках учился, да? Нет, я вообще на ком-то учился. Ты сигма.
Ребят, он почему-то молчит, я не знаю, он заснул, может быть, давайте мы его разбудим. Алло, просыпайся. Микро не включается, что делать? Нет! Что ты сделал? Фу, верни мою прическу. Верни мою прическу. Просто, я вот. Хэппи, хэппи фреш. Стоп, ты же это, ты какой-то ютубер. Нет. Ты ютубер по Роблокс. Нет. А что ты никогда не скажешь своим родителям? Я никогда не скажу своим родителям то, что я щавель. Я никогда не скажу своим родителям, что я сделаю стрижку. Ясно. До свидания. Смотри, что бы ты никогда не сказал своей маме? Наверное, что я пробовал энергетики. Но энергетики, это же... Сколько тебе лет? 13. Этому мальчику 13 лет, он пил энергетики. Серьезно? Вот, я ни разу в жизни не пробовал энергетики. Ну ладно, давайте попробуем задонить ему 100 робоксов и посмотрим на реакцию этого мальчика. Прямо сейчас я беру, делаю это, а мы берем ему, донатим. И прямо сейчас внимательно с вами осмотрим на реакцию этого мальчика. Я подписан. Серьезно? Ему все равно? Что твои родители никогда не узнают о тебе? Не знаю, то что я гей. Блин, ты реально гей? Да, есть такое немного, бывает. То есть, вот эти вот поцелуи, это мальчики делали? Ну, это мальчики и девочки. Скажи мне, пожалуйста, что твои родители никогда не узнают о тебе? Я хочу переехать еще в другую страну. Он хочет переехать в страну, поэтому ему нужно много денег. Поэтому давайте мы ему зададим уже 250 робуксов. Мы идем по нарастающей. Сначала 100 робуксов, потом 250. Мы берем прямо сейчас донатим и смотрим на реакцию этого маленького мальчика. У нас берут робуксы и оформляются. Он написал, what? Он в шоке, то что я ему подарил робоксы. Ну, короче, чувак, это тебе на переезд, в общем, хорошего переезда в другую страну. Надеюсь, тебе хватит 250 робуксов. Что бы ты никогда не сказала своим родителям? То, что у меня дома было 50 людей. У тебя было дома 50 человек? Ну, так получилось. Я думаю, то, что 50 человек, ну, это вот столько-то. Ребят, вот так и всегда, когда донишь, и все такие, ай-я-ай. Можно вашу реакцию? Я очень неэмоциональный человек, я не знаю, как. Ну, спасибо большое, я на самом деле очень рада. Вот, я очень рад, что у вас было дома 50 человек. У этой девочки было всего лишь максимум 45 робуксов. То есть, а тебе максимум донили 45 робуксов, да? Да, и максимум это мой брат. А сколько тебе лет? Мне 8. Девочке 8 лет, и будет очень интересно посмотреть на реакцию, когда ей придет донат в 500 робуксов. Прям сейчас я это беру и делаю. Давайте, ребята, нажимаю ОК, и все отлично. Ей задонил 50 робуксов! Хэппи Фрэш, можешь мне задонатить? Спасибо! О, привет! Спасибо огромное! Спасибо! Теперь твой максимальный донат это 500 робуксов, и у тебя всего 545 робуксов. Что бы ты никогда не сказал своим родителям? Что я в 2 часа ночи не сплю. Нет! Ну что ж, ребят, на этом мы будем заканчивать. Обязательно ставь лайк, подписывайся на канал с колокольчиком, если ты этого еще не сделал. Если тебе понравилось это видео, то пиши комментарий. Ну с вами был я, Хэппи. Всем удачи и всем пока! Прям сейчас внизу меня находится кнопочка подписаться. Она круглая, так что можешь на нее тыкнуть. И тем самым ты сделаешь мне очень приятно. Кстати, слева и справа есть еще видосики, которые ты можешь посмотреть. Они тоже очень интересные, поэтому давай прям сейчас тыкай на один из них. Я подожду. Давай быстрее, тыкай на один из видосов.